типа вот так вот. Ёпты. Твою мать, вот это жесткое начало. Вон он пробежал только что. Стой, 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 стой. Там, блядь, Керон. Ебать его в рот. Стой. Пауза. Так-так-так, сейчас поглядим. Пэт Пэл, с вами Лепас, и мы поиграем очередной хоррор под названием Last Neighbor, типа последний сосед. Страшный не хоррор в стиле FNAF, где вы окажетесь в роли вора, который решил ограбить дом, хозяева которого уехали. Но на самом деле не так, оно так и было. Кто-то да остался. New game, погнали. Эй, это по типу FNAF, и это довольно круто. Так, я думаю про что-то плохое этой ночью. Ой, блин, тут читайте, ну нафиг надо. Короче, press F, continue и погнали. Так, оба. Оба, нифига себе, слышь, не понял. В смысле, что это было? Так. Что за бред был? Там какие-то подсказки, блин, были, я ничего не почитал. Чё, она так долго открывает? А, типа вот так вот. Ёпты. Твою мать, вот это жесткое начало. Ой, погоди. Давай New Game, чтобы посмотреть, что там был за подсказ. Так, ну теперь понятно, в чем прикол-то. Я думал, будем проходить, типа, там, передвигаться и так далее. А тут, по сути, мы на одном месте пытаемся вскрыть замок и смотреть надо по сторонам. Так, давай тогда прочтем что-то, типа, фонарем осветили, чтобы тело. Так, где мы тут? Вон тренер. Но если не делать ничего, я не буду, типа, что, пищать по маме. Следующая тема, господи. Ай, нафиг, пошли дальше. И так понятно. Короче, светить фонарем. Какой-то, не знаю, он с Африки, что ли, пришел. Так, AD, flashlight, F, click to right. Понятно. Right click to flash. Ебать, в смысле? Что это было? Как это понять? Что это было? Почему я нажал, и он появился? Ёб ты ж мать. Там, в смысле? Опять он появился. Блин, вот это немножко непонятно пока что. Черномазый африканец. Блин, когда мы вообще там вот это вот делаем, занимаемся и даже не поворачиваемся направо-налево, он вообще не появляется. Если спокойно ломаю замок и все. Может вообще не надо поворачиваться направо-налево, может просто ломать замок и все? Изи. Сейчас пройдем. Кто знает. Смотри, вообще просто. Он не появляется. Мы все ломаем замок спокойно и нормально. Да ёб ты ж мать! Почти нормально. Так, ладно, ломаем замок дальше. Вообще непонятно, как он появляется, как он не появляется, то есть. Ёбаный насос, блядь. Грёбаный афроамериканец. Иди там в свои джунгли и обитай. Непонятно, долго там его будет или не будет. Ломаем, 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 ломаем. Так, пока вроде никого. Мне кажется, он скоро появится. Надо ждать, чтобы он ушел. Да в смысле? Я же нажал эту вспышку. Почему он там на меня налетел? Сейчас мы пройдем. Но по сути эту игру пройти быстро. Сейчас мы это. О, убежал. А тогда чуть не убежал. Там что-то сидел, пыхтел. Так, ну по сути у нас время есть. Вроде. Я без понятия. Как много времени. Из-за звуков никаких тоже не слышен. Тихо. О, убежал. Нормально. Работаем дальше. Так, по сути, я думаю, время есть. Делаем быстрее дело.
Так, долго, интересно, еще? Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. О, все, да ладно, это что, все? Нет, блин, эх ты ж, блин, посмотрите в окно. Двигайся сюда или сюда? Ну, давай сюда. В смысле? Не понял прикола. Ебать, мысли, что это было? Почему мне зарезал с ножом? Откуда он взялся вообще тут? Так, ладно, давай сюда. А что мы должны делать? Вон он, справа. Да вон справа, блин, да вон он. Что мы должны сделать, я не могу понять. Держать дверь? Вобредятина какая-то. А, можно вот так передвигаться? Да ладно. Не шевелись. Окей. Не шевелюсь. Вон он пробежал только что. Стой, стой, стой. Там, блядь, керон. Ебать его в рот. Стой. Пауза. Не понял. А. Я не понял, что мы должны делать? Так, он типа там. Да ну в смысле? Я думал, закрыть дверь там надо. Раз он там. Что за прикол? Не двигайся. А вон, смотри, манекен какой-то слева. А ну сейчас смотрим на него. А вон исчез. Вон, вон там стоит. Да в смысле? Почему? Не понял. Что мне не нравится. Куда он взялся? Да в смысле опять? Почему открылся дверь? Я не открывал дверь. Даже бубни там бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давай еще раз. Вон падла он. Откуда здесь, если он там только что был? Блин, вот эта игра непонятная вообще, если честно. И что здесь делать, тоже непонятно. Туда побежали. Нельзя туда. Опять он здесь появился. Как он здесь появился? Уже даже не страшно и не смешно. Логика игры немножко поражает. Вон он там. Так, ребятки, давайте на этом закончим. Вначале было интересно, весело, а теперь вообще непонятно и тупо. То есть мы двери закрываем, открываем, и чё, куда бежать? Он пробежал туда, и что мне делать дальше? Вспышкой света его не ослепить, дверь там не закрыть, и ничего не сделать везде, он все равно тебя убьет. Поэтому игра довольно интересная, но немножко непонятная, запутанная. Никаких как бы подсказок, куда двигаться, что куда полевать, там непонятно. Вначале было понятно, а потом дальше с этими дверями ничего не понятно. С вами был Лепос, ребятки, там идите, если кому интересно, установите, поиграйте, обосритесь там на пару минут, а потом уже заскучаете и удалите все равно, как и я. Всем хорошего вечера, там дня, спокойной ночи, а я с вами прощаюсь, всем пока. We'll be right back.